завершении года, который ООН назвала годом креативной экономики, в Кыргызстане создали Ассоциацию креативных индустрий. На этот сектор во всем мире возлагают большие надежды по восстановлению экономики после пандемии. Ввиду 2020 года креативные индустрии по всему миру демонстрировали более высокий рост по сравнению с другими отраслями. Созданная ассоциация отмечает, что этот сектор поможет создавать условия, чтобы люди не проиграли машинам и роботам в борьбе за рабочие места. В ближайшие полчаса эфир продолжает программа Capital. Говорим сегодня о креативной экономике. Капитализация творческих индустрий в конце десятых годов превысила 2 триллионов долларов. По всему миру в креативном секторе работали порядка 30 миллионов человек. Сектор постепенно становится драйвером экономик как развитых стран, так и развивающихся. Креативная экономика дает возможность человеку на самореализацию, поэтому так привлекательна для молодых людей. По словам эксперта по креативной экономике доктора Мартина Смита, наша страна может поработать над позиционированием себя под брендом «Креативный Кыргызстан». Структура того, что мы называем креативной экономикой, очень сильно отличается от других многих индустрий. Она очень отличается от энергетического сектора и от фармацевтического сектора. В чем причина такого отличия? В творческом процессе. Основа – это креативные люди, у которых есть идеи. И кто хочет развивать свои идеи, строить бизнес. Интересная тенденция. В креативной экономике очень мало больших компаний. Это могут быть общественные компании, такие как BBC в Великобритании, частные, например, Disney и Universal. Огромные компании, которые могут нанимать большое число людей. Но такие компании в креативных индустриях скорее исключение. Причем очень немного в секторе средние предприятия. И много очень микрокомпаний. Для примера, у нас в Великобритании порядка 300 тысяч креативных бизнесов, из которых 90% нанимают 10 человек и менее. Из них 95% нанимают 4 человека и меньше. Можно предположить, что большая часть компаний в креативной экономике это 2-3 человека. Отличительная характеристика сектора – это желание людей реализовать свои идеи и быть самому себе боссом, работать в небольших группах. Давайте вспомним сектор рекламы и маркетинга. Часто люди идут работать в компании, но когда их компания становится больше, не все хотят продолжать в ней работать, а создают свою. Это процесс, который происходит и в других сферах – в кинопроизводстве и на телевидении. Definition of an SME. Малый и средний бизнес от 25 до 200 человек, но для креативного сектора это огромный штат. Как правило, компании нанимают 3-5 человек, может максимум 10. Для такого бизнеса наиболее важная характеристика – это таланты, индивидуальные таланты. Люди с идеями работают с другими людьми, у которых тоже есть идеи. Они сотрудничают и работают вместе над одним проектом или над несколькими. Могут потом уйти в другой проект, могут вести несколько проектов с разными группами людей одновременно. Креативный сектор, если я могу использовать эту метафору, это больше как экосистема с разными талантливыми индивидуумами и маленькими компаниями. Кто-то работает в музыке, кто-то в модной индустрии, кто-то создает игры, работает в видеопроизводстве. Все эти люди обычно знают друг друга и создают свой кластер. Тоже коворкинг-пространство – это тоже кластер маленьких бизнесов. И вот они узнают друг друга, начинают доверять друг другу, и затем уже создают совместные проекты, чтобы делать что-то новое. Это то, что я называю экосистемой. И что очень далеко от традиционных крупных индустрий с их вертикалью управления. Это совершенно иной образ жизни. И может поэтому креативные индустрии так привлекательны для молодых людей. Неважно, живешь ты в Лондоне или в Бишкеке, если тебе 23-24 года, то скорее всего ты предпочтешь работать с теми, кто талантлив и креативен, с кем классно работать, с кем ты делишь свои интересы. И, скорее всего, не хочешь, чтобы у тебя был босс где-то там на 15 этаже. Идея «Креативный Кыргызстан» – это мои размышления. Возможно, несколько высокомерные, потому что я здесь второй раз.
Но я встречал много людей, и те, кого я встречал здесь, очень креативные. Они создают свои компании, у многих бизнес еще довольно молодой. Это бизнес в туризме, в модной отрасли. Есть компании и по созданию анимаций. И у меня есть на уровне интуиции ощущение, что креативность может стать ключом в поиске национальной идентичности в будущем. Конечно, я знаю, что в вашей стране есть индустриальное наследство. Здесь основной товар экспорта – золото, то есть более традиционная деятельность. Но для молодых компаний будущее в том, что мы называем экономикой знаний. И креативная экономика – это часть экономики знаний. Творчество – это новая нефть, новый уран и новое золото. Кыргызстан, как я понял, реально нуждается в новых индустриях, в новых формах креативного многообразия, в новых путях создания рабочих мест для будущих поколений. It's more in need of these things. В Кыргызстане предлагают создать парк креативных индустрий. Это инициатива недавно созданной Ассоциацией креативных индустрий Кыргызстана. Проект станет аналогом существующего парка высоких технологий со специальными ставками налогов и социальных отчислений для компаний и людей, работающих в креативном секторе. По планам авторов, это позволит креативной экономике страны выйти из неформального сектора. В Министерстве экономики и коммерции там этот вопрос поднимается тоже, что из теневой экономики необходимо это вывести. Это почему очень важно? Необходимо стимулировать предпринимателей, которые являются представителями креативных индустрий. И как это можно? Да? Один из путей – это предоставление налоговых таких облегчений. Да? В законопроекте о парке креативных индустрий как раз-таки ставится вопрос о том, чтобы вместо 10% соцотчислений представители креативных индустрий платили 5%. То есть это тоже является одним из шагов к тому, чтобы заинтересовать представителей креативной индустрии выйти уже в свет и участвовать открыто в этих экономических процессах. Но если еще в перспективе смотреть, стартапы, IT-стартапы и вообще другие стартапы из креативных индустрий, они в основном не являются капиталоемкими. Допустим, если мы возьмем такую индустрию из креатива, как киноиндустрия, капиталоемкое, да, предпринимательство такое, туда очень нужно много вкладывать. И тут, возможно, тоже роль государства, если государство тоже будет давать какие-то субсидии, либо же государство примет некие законы, которые будут заинтересовывать потенциальных инвесторов из-за рубежа, чтобы они приехали и вкладывали в развитие или в реализацию некоторых проектов в киноиндустрии, тогда вот ситуация может тоже улучшиться. Вот поэтому очень важно, чтобы креативный сектор, креативные предприниматели, они тоже чувствовали, что есть какие-то гарантии со стороны государства. Креатив — это не только творчество. Креатив — это еще способность сделать что-то из ничего. Начинать бережливый бизнес, максимально сокращая расходы на его создание. Ресторатор Сумсарбек Мамралиев дает новую жизнь старым вещам и творит их историю. Кафе-ресторан — лучший образец креативной экономики с общепитом. Таким образом, концепция креативной экономики не ограничивается креативными индустриями. Она охватывает практически все отрасли экономики. Бан-бан, свадикрап! Добро пожаловать! Так мы приветствуем всех гостей. Добро пожаловать в наш уютный дом. Мы продаем здесь помимо еды, в первую очередь, эмоции. Благодаря вашему продукту люди должны испытывать эмоции. В любом бизнесе, в любом, если мы говорим опять же про малый и средний бизнес, мы продаем эмоции, в первую очередь. Например, если брать мой, да, человек может за 80 сомов утолить чувство голода, там купить лепешку, да, лепешка майонез, я не знаю, сэндвич какой-нибудь или самсунг. В общем, он утолил чувство голода, да. Мы продаем здесь помимо еды, в первую очередь, эмоции. Люди приходят за определенными эмоциями, и мы им это предоставляем. Вот эти два стола, вы видите, здесь мы оставили задвижечки,
Это был шкаф, мы убрали полки, убрали, сделали из них столы. Вот эти стулья, это чешские, 56-го года. Вот у нас стулья отовсюду, это мне мама подарила. Стулья мы обтянули тоже старой, еще советских времен, вельветом, который также мне подарила мама. Наверное бы, если бы у меня были деньги, да, там, я не знаю, 200 тысяч долларов лишних, я бы тоже, как и многие, поехал в Китай и закупил всю мебель и, я не знаю, элементы декора там. Но так как вот все началось буквально с одного стола и стульев, который был подарен мне друзьями, потом мне мама подарила, и я посмотрел и думал, блин, смотрится неплохо, да, будет смотреться дешево, сердито, аутентично, концептуально. Все, идем по этой концепции. Креативная экономика – это когда отсутствие ресурсов становится частью успеха. Креатив в первую очередь – это четкий расчет. Мы креативим, потому что у нас нету много денег. Мы креативим, потому что рынок очень маленький. Мы креативим, потому что идет заполнение импортных товаров. И нам нужно выживать. И креатив, у тебя есть четкий маленький бюджет, и тебе из этого бюджета, вот из ничтожного, да, в той же Алмате, я знаю, что на тот бюджет, который мы делаем шикарные продукты в Бишкеке, на этот бюджет у них там на кофе-брейки только тратятся. И ты четко понимаешь, да, что у тебя из 100 сомов надо сделать такой продукт, который ты продашь за 1000. И цифры. Это не так, что ты сидишь и такой весь ляпаешь. Нет, абсолютно. Это ты четко знаешь, что у тебя 3 копейки, на эти 3 копейки ты должен сделать шикарный продукт. То есть ты рассчитываешь каждую копейку, ты рассчитываешь свой вклад, ты делаешь по максимуму все сам. Я в руках вообще никогда не держал инструментов, я теперь довольно сносно, неплохо умею делать штукатурку, варить, шпаклевать, красить, шкурить. Чтобы снизить затраты, ты делаешь сам. Ты и жнец, и кузнец. Вначале я и унитазы мыл, да, то есть я абсолютно делаю все сам. Кто-то воспринимает это как креатив, это и необходимость. Потому что, ну, без этого ты не заработаешь. Особенно если это новый бизнес, особенно если ты входишь в абсолютно новую какую-то концептуальность, да, новую сферу бизнеса, то без этого никак. Креатив – это прежде всего точный расчет. У Кыргызстана нет больших возможностей, да, рассчитывать на кого-то. Мы должны рассчитывать на себя. В Европе была очень, есть шикарная концепция, по-моему, она в 70-х вышла. Афроамериканцы, выходцы из Африки, вот апартеид, да, вот это все, там, национализм, пережили очень много, как комьюнити, да, как сообщество определенное. Они создали такую концепцию FUBU, for us, by us, нами для нас. И это вот в этой концепции я вижу прям будущее Кыргызстана. Мы должны перестать рассчитывать на кого-то. Мы должны перестать, я против грантов и всех этих кредитов, потому что я думаю, мы их набрали в десятки раз больше, чем мы можем отдать. И мы должны рассчитывать, наконец-то, научиться жить по средствам. Вот эта креативность – это научиться жить по средствам. Если ты не можешь себе позволить, зачем? Тебе это не надо. Точка. Мы можем рассчитывать только на себя. В Кыргызстане, так как мы не обладаем неисчисляемыми, там, как наши соседи вокруг нас, кроме Таджикистана, какими-то природными ресурсами, мы должны рассчитывать только на себя. Это вот точно так же, как и я, да, я иду в бизнес, я не рассчитываю на государство, на папу, на дядю или там на наследство от бабушки. Но нужна еще и свобода. Основой государства и здорового экономического государства и общества является малый и средний бизнес. И в малый и средний бизнес идут только свободные духом, креативные и смелые люди. И чтобы эти смелые люди креативили, творили, созидали и создавали что-то, им нужна свобода в первую очередь.
Заметьте, да, в мире нет ни одного примера авторитарной страны, где развит малый и средний бизнес. Главный ресурс креативных индустрий – это люди и их идеи. Лучшая идея рождается в том обществе, где каждый может быть услышан. Поэтому обязательное условие для того, чтобы креативная экономика развивалась – свобода и личности, и общества. Чтобы в будущем ребенок стал успешным и мог не бояться своих идей, важна при воспитании любовь. Но помимо эмоций нужно говорить и о системе подготовки, то есть надо создавать образовательную среду, в которой дети будут учиться мыслить нестандартно. Как воспитать креативную личность, рассказывают представители креативной экономики Кыргызстана. Формат обучения сегодня кардинально меняется. На смену прежним системам и методам приходят новые. Основная задача современных школ – обучить школьников навыкам, которые позволят им выбрать будущую профессию. Например, гораздо эффективнее обучать детей критическому и творческому мышлению, поиску информации и аналитике вместо стандартного запоминания готовых материалов и правил. Зубрёжку они называют mechanical learning, то есть механическое обучение. Дети получают пятерки на уроках, в тестах, путем запоминания. Но если им задать другие вопросы, они будут теряться, так как заранее они не заучивали ответы на другие вопросы. Но в жизни ведь очень много непредвиденных сценариев. Как мы подготовлены к этим сценариям, вот что важнее. Министерство образования. В общем, все люди думают, что дети – это чистый белый лист. И функция школ заключается в том, чтобы записать в эти листы то, что правильно, а что нет. Математику, географию, обучить всему. Но для нас дети с рождения имеют свои креативные таланты. Традиционная система образования заключается в том, чтобы заполнять детей знаниями, а нужно наоборот – раскрывать их способности. Нужно воспитывать абсолютно новые качества. В ребенке нужно воспитывать качество критического мышления, качество, допустим, те же самые вот основные моральные качества, да, допустим, нельзя списывать, да, научить детей писать, читать, формировать свои мысли, да. Очень часто наши дети даже не умеют формировать свою собственную оценку, да, то есть они, может быть, у них есть свое мнение, да, но их тоже нужно же научить, как это мнение выразить, как это вот создать, вот как бы, и это как достигается, да, это достигается через чтение, вот через любовь к знаниям, любовь к чтению. А в Штатах это как бы стандартный процесс, да, как это нужно научить ребенка писать, выражать свои мысли. А критическое мышление, допустим, тоже очень важный предмет, вот мы его тоже вводим. Нам нужно учить детей критически мыслить, потому что сейчас куча, много информации, и не вся информация как бы правильная, да, то есть много фейковой информации. Как научить ребенка отличать, что правильно, что неправильно? И эти навыки, они понадобятся в будущем. Образовательные методы должны быть тесно связаны с внедрением новых технологий, потому что школа будущего – это люди и технологии, которые во всем дополняют друг друга. Учебный процесс может быть индивидуальным и независимым за счет цифровизации. Традиционная схема «учитель-ученик-книга» в школах была заменена новыми понятиями, такими как компьютер, смартфон и онлайн. После пандемии без этой схемы уже невозможно представить современную школу. В стране были определены 10 пилотных школ для тестирования школьной модели будущего, по одной в каждом регионе и две в Бишкеке. По данным Министерства образования, 2126 из 2148 общеобразовательных учреждений страны подключены к интернету. Остальные 20 школ расположены в отдаленных районах и подключены к Илимбоксу. Однако внедрение информационных технологий в школах все еще оставляет желать лучшего. Сегодня непрерывное обучение стало частью современной жизни. Непрерывное образование и общение с разными профессиональными людьми может помочь человеку любого возраста и в любой профессии расширять свой кругозор постоянно и придумывать новые идеи. Те, кому сегодня 40 лет, будут работать до 70 лет, а те, кому 20, до 80 лет. Остается в прошлом система получения образования, работа, выход на пенсию. Непрерывное образование с рождения и до конца жизни – это требование 21 века. Наши родители всю свою карьеру трудились на стабильной работе. В наш век мы все предприниматели, независимо от того, открываем мы компанию или просто работаем в ней. И это прекрасно. Чтобы общество двигалось вперед, наше поколение должно не только создать новые рабочие специальности и места, но и обновить ощущение цели. Сделать это можно с помощью трех способов. Объединить большие и важные проекты, переосмыслить понятие равенства, чтобы дать каждому свободу стремиться к цели и построить сообщество во всем мире. Марк Цукерберг, Facebook.
Искусственный интеллект изменит 100% рабочих мест в ближайшие 5-10 лет. Чтобы подготовиться к смене парадигмы, компании должны сфокусироваться на трех вещах: переподготовке специалистов, найму работников, у которых не обязательно есть диплом о высшем образовании, и переосмыслении того, как сотрудникам соответствовать новым профессиям. Дженни Ромети, IBM. Меняется формат обучения, не только его содержание, но и методы обучения. Студенты становятся другими. Если кто-то в 15 лет поймет, какая отрасль ему ближе всего, для кого-то это, возможно, будет уже поздно. В цифровой экономике дети могут придумывать новые вещи с раннего возраста, однако важно составлять индивидуальный учебный план для каждого ученика. Если ребенка мало интересует геометрия, почему бы не направить его энергию на уроки музыки или на те предметы, которые его увлекают? Я не вижу той пользы общеобразовательной школы, которую она должна приносить. Кому-то нравится изучать языки, некоторые любят математику, другие – музыку. Образование должно в большей степени соответствовать способностям и талантам. Детей нужно научить решать проблемы и понимать, зачем нужны инструменты. Илон Маск, Тесла. Если бы я начинал свою карьеру сейчас, то рассматривал бы три области, развитие которых может повлиять на мир. Первая – искусственный интеллект, чтобы сделать жизнь людей продуктивнее и креативнее. Вторая – это энергия, чтобы бороться с бедностью и изменением климата. И третья область – биологические науки, чтобы дать людям возможность жить дольше и счастливее. Но есть вещи не менее важные, чем карьера. Раньше я думал, что если ты можешь писать классный код, ты можешь также хорошо управлять людьми или маркетинговой командой, или брать на себя любые другие задачи. Я ошибался. Я узнал и научился ценить разнообразие человеческих талантов. Чем раньше это понимаешь, тем богаче будет жизнь. Билл Гейтс, Microsoft. Школа будущего должна быть оригинальной и удобной для реализации способностей и талантов учащихся. Учебные материалы необходимо постоянно обновлять. Студент должен чувствовать себя свободным, успешным и счастливым. Атмосфера в школе очень важна. Данное время школы должны быть такими, чтобы дети хотели там не просто учиться, а жить. Надо создавать такую атмосферу, чтобы они чувствовали себя счастливыми и не хотели покидать школу. Мы должны создавать такие условия, где они будут чувствовать себя защищенными, их не будут упрекать в чем-то, ругать, подавлять. Благодаря таким отношениям в учреждениях улучшится система образования. Нам очень важно, чтобы у нас были не просто вот такие, как бы вот, члены общества, которым кто что-то сказал, они выполнили. Да? Мы хотим, чтобы они были свободно мыслящие люди, которые могли формировать свои собственные мысли, свое собственное мнение. Знания, навыки и творческий подход – это то, что поможет бизнесу развиваться. Где учиться? Эксперты советуют прежде всего у коллег по отрасли. Институт менторства – это та форма обучения, которая позволяет перенимать опыт у опытных и успешных бизнесменов. Бизнес-ассоциация GIA при поддержке проекта ProOn «Содействие в торговле с Центральной Азией» реализовала программу менторства для женщин-предпринимательниц из регионов. 30 опытных бизнесвумен и бизнесменов поддерживали 130 своих менти. Программа менторства помогала ее участницам развивать лидерские качества и бизнес-навыки. В рамках этого проекта мы помогаем женщинам из регионов, менти, у нас 120 женщин, им помогают менторы. Менторы – это успешные лидеры-предприниматели, которые смогли спасти свой бизнес, смогли выйти из кризиса и этим своим опытом делиться с нашими менти. Наши менти – это те женщины, бизнес которых пострадал во время кризиса из-за ограничений пандемии, из-за того, что перестали приезжать туристы, перестали… В общем, вообще все ограничения очень сильно повлияли на их бизнес. Они потеряли клиентов, им пришлось увольнять сотрудников. И вот наша программа нацелена на скорую помощь именно такому бизнесу. Я бы хотела бы затронуть один из наших успешных кейсов в Нарыне. Это гестхаус, в котором женщина-предпринимательница начала свой бизнес, не зная, вот, как я уже выше упоминала, онлайн-инструментов. Она работала на какой-то очень-очень начальной базе. И что сподвигло ей большой кризис во время пандемии. Она потеряла всех абсолютно клиентов, бизнес остановился. И вот благодаря работе с ментором, благодаря тому, что она зарегистрировалась на онлайн-площадках, у нее появились десятки новых клиентов, и она смогла спасти свой бизнес. Женщины в регионе несут очень большое значение.
и в смыслах развития экономической стороны, да, развития регионов, и в смыслах развития следующих поколений, потому что они имеют очень большое влияние на воспитание нашей молодежи. Поэтому мы считаем, что очень важно развивать женщин именно в направлении бизнеса, именно в направлении предпринимательства, потому что именно через них мы считаем, что это ключевой мост передачи вот такого вот опыта и знаний. Нарында аябай суровый регион. Бизде өсүмдүктөр дагы өсө бербейт, жети ай кыш. Анан ошол себептен биз ушул туризм тармагын тандап алдык. Тандап алып ушуну иштеп баштаганбыз. Эми баягы башта айттыңыз эле, биз кровать тартып коюп, жумуштайын ушкен, ушинтип эле иштеп кетебиз деген ой болгон, бирок кыйынчылыктар көп экен. Башында клиент таппай кыйналдык. 2019 жылы биз минуска эле иштедик. Биз башында ушул букингга кире албай, соцсеттерди пайдаланганды билбегендигибиздин себеби болгон. Онлайн платформаларда, анын ичинде Booking.com, Airbnb жана башка платформаларда эже жөнүндө бир да маалымат жок экен да. Ошол эжеге кеңеш айтып, биз ошол Booking.com'дон страничка ачтык, ал аякты ичине сүрөттөрүн коюп, маалымат толуктап Booking.com'га, Google Maps'терге киргизип алдык. Ошондон баштап биздин клиенттер көбөйө берди да. Хостелди гест хаус кылып, конок үй кылып иштегенге аябай чоң аракетин жумшады. Хостел деп ачып алып, анан хостелден көбүнчө клиенттер качат экен. Азыр баягы замандын талабына ылайык ушул ковид кризистен кийин бул хостел типтеги жатактар көп суроо талапта эмес да. Анткени адамдар 2-дөн, 3-дөн колдон келсе жалгыздан бир бөлмөдө жатканга аракет кылат. Анан ошондуктан эң негизи эле эже, сиз хостел эмес, сиз конок үй деп позицияңарды өзгөртүп, үйүңүздү башкача кылыңыз деп кеп кеңештерди бердим. Ошондон кичине баягы ишти мындай кылыш керек турбайбы деген түшүнүк пайда болду. Болбосо биз кадимки эле өзүбүздүн кыргыз конокторду тоскондой эле тосо берчү элек. Айырмасы бар экен чет элдик коноктор менен. Анан биз качан гест хаус кылып оңдонуп, баягы шарттарын гест хауска ылайыктап түзгөндөн кийин биздин бизнесибиз астыга жыла баштады. Мен бизнес эмнеге өнүгүп келатканын жана кандай каталарды кетиргенимди түшүндүм. Суроолоруна жооп издегенде мен дагы өзүм жаңы бир нерселерди издеп тапканга да аракет кылдым. Андыктан бул дагы мен үчүн өсүш. GIA бизнес ассоциациясы Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасы менен биргеликте айыл ишкерлерди колдоо программасын ишке ашырып жатат. Бул долбоордун алкагында 30 ийгиликтүү ишкерлерден турган атайын ментилер даярдалып, бул даярдалган ментилер 130 Кыргызстандын бардык региондорунан тандалган ментилердин өздөрүнүн ишкердигин өнүктүрүүгө жардам берип келе жатат. Бул долбоордун алкагында айым ишкерлер үчүн колл-центр иштеп, ошол колл-центрдин жыйынтыгы боюнча атайын чат-бот түзүү программасы да учурда ишке ашып жатат. На сегодня все. Это была программа Capital. В следующем выпуске мы расскажем, что нового в мире финансов, рынков, бизнеса. Всего вам доброго!